Друзья, всем привет! Друзья, сегодня будет коротенькое видео о том, как развести акриловый грунт для автомобиля, для грунтования автомобиля. То есть, если у вас есть, имеется стаканчик вот с маркировочкой, да, сколько отвердителя, сколько растворителя, это вообще легко. Но если у вас этого стакана нет, то есть на грунте вот на самом написано соотношение 5 к 1 плюс 10-20% растворителя. То есть у вас ничего нету. То есть, скажем, мы возьмем стакан. Ну, скажем так, здесь ничего нету. Мы не знаем, как нам быть. Значит, смотрите, как развести, как это делаю я. Может быть, кому-то, друзья, это понадобится. И кто-то воспользуется. Берем обычный грунт. Да? Открываем. Так, грунт открыт. Теперь перемешали хорошо это все дело. Я использую обычную отверточку, друзья. Покажу потом, зачем это все нужно было. Так, друзья, все хорошо вымешали. Вот он такой, видно, да, густой, как очень густая сметана. То есть берем, мне много не нужно. У меня там небольшие участки загрунтовать. Ну, скажем, вот этого будет достаточно. Так, это пока в стороночку убираем. Теперь, друзья, смотрите, вот у нас получилось, да, вот сейчас мы поставим его. Вот так вот. Так, грунт сейчас вот уляжется, да. Вот он, ровненько стал. Теперь берем отвердитель и покрываем сверху буквально 2 миллиметра. Это так, друзья, чтобы сделать на глаз без никаких либо там вот мерочек, если у вас нету мерочки. То есть берем о, все, друзья, так, размешаем, вот, покрылось, сейчас покажу поближе. Я не знаю, будет вам видно, друзья. Короче, покрываем примерно 1,5-2 миллиметра, то есть у нас должно быть закрыто наш грунт. Промешиваем. Я сначала промешиваю отвердитель вместе с грунтом, вот так вот вымешиваю. Теперь берем акриловый растворитель. Мы, допустим, не знаем, сколько нам нужно влить самого растворителя. Берем очень маленькими дозами, по чуть-чуть. Друзья, и промешиваем, вымешиваем. Сейчас я вам покажу консистенцию, которая должна быть для грунтования, используя обычную отверточку. Так, хорошо вымешиваем. Все полностью так хорошо. Минутки две даже придется. Все, вроде. Теперь, друзья, смотрите, самое главное. Смотрим на капельку. Опускаем отверточку, поднимаем. Видно, струйка течет. И капелька очень долго тянется. Этого много. То есть грунт еще густой. И добавляем мелкими порциями, мелкими. Вот так вот, совсем чуть-чуть. И снова вымешиваем. У нас, друзья, должна получиться капелька. Я уже показывал на краске. Капелька на краске, она должна буквально сразу скапывать, не оставлять никакого следа за собой. Капелька на грунте должна оставить маленький-маленький след, то есть затянуться. Я сейчас, друзья, все покажу наглядно на камеру, чтобы вам было все понятно. Так, вот струйка течет. Ну, можно, друзья, еще чуть-чуть. Еще капельку. Вот так вот. Я думаю, этого будет достаточно. Так, пистолет совсем простой. Дюза 1,8. Давление примерно 2,2 атмосферы. Так, хорошо вымешиваем.
И при помощи нашей обычной отверточки, вот видно, капелька буквально сразу искапывает. Оставляет совсем маленький хвостик за собой. Все, грунт готов. Вот, потекло. И капелька кап. И за капелькой тянется маленький такой хвостик. Все, этого достаточно. Вот так вот, друзья, разводится акриловый грунт. Без никаких-либо приспособлений, стаканчиков и тому подобное. Кому интересно, пользуйтесь, друзья, вот так вот. А мы приступаем к грунтованию. Так, друзья, когда мы грунт процедили через ситочко, вот наша деталь. Берем салфетку, антисиликончик. И проходим, друзья, все проходим антисиликоном. Убираем все сюда. Вот так вот. Вот эта часть будем грунтовать сейчас. Так, есть. Я все, значит, здесь сделал. Здесь такой валик сделал, дабы наш грунт не попадал туда на защиту. Здесь заклеилось все. Ну, как-то так. Так, друзья, пробный выкрас. Есть. Ну, поехали. Так, друзья, переднее крыло я загрунтовал. Как грунт разводить, только что показал. Загрунтовали. Ну, естественно, попал небольшой мусор, так как на улице делаю. Ну, это все мы замоем 800-й, либо 1000-й наждачной шкуркой. На мокрую замывается. И все, готовим под покрасочку, друзья. Вот так вот вышло у нас. Кому было полезно, палец вверх. Пока. До новых встреч.